На этой остановке больше припаркованных машин, чем маршруток. Наглость автовладельцев переходит все разумные границы. И, к сожалению, подобные случаи автохамства в Белореченске не исключение, а вполне обыденная ситуация. Недисциплинированные автолюбители, которые по-своему трактуют правила стоянки вопреки ПДД, настоящая головная боль для водителей общественного транспорта. Чтобы высадить, посадить пассажиров, маршруткам приходится останавливаться буквально посередине дороги. Мало того, что это создает помехи дорожному движению, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, рискуя своим здоровьем. С одной стороны, такая ситуация – следствие глобальной проблемы. В городе не хватает парковочного пространства, а машин с каждым годом становится все больше. С другой – всему виной банальное неуважение горе-водителей к окружающим людям. В госавтоинспекции рекомендуют автолюбителям не дожидаться штрафов за нарушение ПДД, а оставлять машины на улицах, где стоянка разрешена. Ведь по закону главное на остановке – автобусы.